Всем привет, меня зовут Игорь, я учусь на втором курсе по направлению мировая экономика, и я поступил сюда по международной программе, так как когда-то хотел стать врачом и поступил на первый курс, туда не понравилось, исключился и увидел, что есть МС, который позволяет поступить без ЕГЭ по международной программе. И, конечно же, я решил попробовать, а почему и нет. Если у тебя также не получилось, приходи сюда, поступай, подавай документы.